Всем привет! Наконец-то я вернулась из России. Мы там были с Симой месяц. Об этом я писала в Инстаграме. Там можно посмотреть актуальные сторис, посты на эту тему. И вот мы вернулись, пока я только что все разложила на полу и не разнесла по всем углам. Хочу записать видео о том, что же я привезла из России. Наверное, это будет интересно. Ну, не знаю, кому, наверное, тем, кто сам ездит в Россию, какие-то идеи, может быть, получить, ну и просто посмотреть, что же я такое отхватила. На самом деле, кажется, не так уж и много, но что-то потратилось прилично. Приличная сумма, но я так и планировала. Долго специально работала и копила, чтобы ни в чем себе не отказывать и привезти то, что мне хочется. Давайте сразу приступим. И первое – это вот такая вот стопка беретиков. Наверное, это странно, но мне очень нравится именно носить береты в качестве головного убора, потому что они подходят под все, смотрятся очень аккуратно. Ну и мне кажется, мне просто они идут. И так как в храм, в общем-то, в основном я выхожу в свет, и это будет в качестве и платка, и одновременное тепло. Почему я их купила? Потому что мы зашли в один магазин с Павлопосадскими платками, и эти береты были на скидке. То есть эти береты чистая шерсть, 100% шерсть, они достаточно мягкие. И они мне обошлись где-то по 350 рублей, и я так посчитала, что на канадские деньги это примерно 7 долларов, то есть это вообще копейки. За 7 долларов купишь только какую-нибудь китайскую ерунду, а тут настоящая стопроцентная мягкая шерсть. Вот, в таких разных цветах. Ну, цвета такие, знаете, я брала, чтобы подо все подходили, ну, естественно, мне шли. Я взяла вот такой красивый винный, или сливовый даже больше сказать, бежевый. Красный взяла в подарок, вот такой молочный. И цвета пудры или застарелой розы. Потом вот такой шелковый красивый платок с маками. Вот это тоже Павлопосадский. Это был подарок моей двоюродной сестры Аленки. Тоже его брала чисто потому, что мне нравится покрывать на голову, тоже как бы для храма в основном. Ну, конечно же, можно куда угодно носить. Именно вот такого размера платки, и у меня их нет. Мне кажется, они очень стильно смотрятся. В общем, классно. Я очень рада, и мне кажется, это такая расцветка, которая подходит тоже к очень многому. Раз мы начали с одежды, давайте продолжим с одежды. Еще зимой я просила маму, и по распродаже она мне приобрела кожаные теплые сапоги зимние на меху. Абсолютно обычные. Я не хотела черные, хотела какие-то либо серые, либо коричневые, либо какие-нибудь там синие. Черный вообще считается сложным цветом, хотя я знаю, что очень многие уверены, что это универсальный цвет, который подходит под всему. На самом деле нет. Если вы посмотрите рекомендации стилистов, то они наоборот говорят, что черный — это такой элегантный вечерний цвет, который обязывает как раз-таки к более таким определенного стиля нарядам. И базовыми цветами как раз-таки считается, например, темно-синий, бордовый, серый, вот такие вот цвета. Но просто уже был конец сезона, в общем, ничего мы не подобрали, кроме черного. Это абсолютно обычные сапоги, финские. У них здесь какая-то специальная подошва, чтобы не скользить, и очень-очень толстый мех. В общем, я довольна. Они немножечко грубоваты на мой вкус. Я бы немножко другого плана купила, но прилично. И почему, наверное, интересно, почему я вот тащу в Канаду сапоги? Потому что здесь, конечно, можно найти что-то подобное, но очень-очень редко встретится что-то такое, чтобы было мех по всей внутренности сапога. В основном почему-то либо голенище, либо верх вот здесь идет с мехом, а на стельке нет меха. И это очень странно, это холодно, либо это какие-то сапоги говнодавы, которые выглядят как сапоги рыбака, знаете, такие прорезиненные, вот такое здесь носят. То есть у меня есть сапоги от Колумбии, которые такие как бы дутые, они очень якобы теплые, но все равно я их не люблю, потому что
нога в них как-то потеет, и нет такого тепла. А вот это сапоги классические, которые подходят под платье, да, и они будут очень теплые, комфортные, нога в них не потеет. Вот, стоят они около, по-моему, $200, так что я канадские, то есть 10 тысяч рублей. Довольно. Давайте я буду, наверное, вам немножко про цены тоже рассказывать. Потом я по такому же принципу купила сапожки. Они тоже полностью из меха и кожаные. Стоят они где-то со скидкой на сайте Wildberries 2500, по-моему. По такому же принципу покупала. Очень тяжело найти. Точнее, я вот не нашла, например, прошлой зимой сапоги, чтобы были на натуральном меху. В основном это либо говнодавы по типу рыбацких сапог. Немножко ошиблась с размером, у нее сейчас где-то 23, я взяла 25, и они на ней как-то огромные, скорее всего, подойдут даже на следующий год, но я не расстраиваюсь, потому что я накупила тут просто склад шерстяных толстых носков, сейчас я вам их покажу. Мы были на русском фестивале, тоже делала сторис, кстати, наверное, я их перед тем, как публиковать это видео, отправлю в актуальное, чтобы кто, если интересуется русскими фестивалями, проводила он под Воронежем, и там была большая ярмарка русского народного творчества. И вот эти вот вещи там приобрела за копейки, то есть это натуральная шерсть машинного вязания, многие носки жаккардовые, и она просто, и они мне обошлись просто с копейки, то есть я не успевала. Вот, например, смотрите, носки 150 рублей ценник. Я их только брала в руки, мне сразу говорили, я вам отдам со скидочкой за 100. И таким макаром вот такие носочки детские вообще по 50. Я купила, получается, 3 детские пары разных размеров. Ой-ой-ой. И 2 взрослых себе и мужу. Мужу я уже, по-моему, отдала. Вот это моя пара. Это очень толстые и очень шерстяные носки. Именно на такие долгие ведь зимние прогулки, поэтому я думаю, на такие носки, вот эти сильные сапоги, будут ей прекрасно сидеть. И еще к тому же я купила вот такие вот варежки. Что примечательно, они сваленные, если вот так посмотреть. То есть они будут неубиваемые, непродуваемые, в них можно делать, катать снежки, все что угодно, они не будут мокнуть, будут очень теплые. Они такого подросткового размера, к сожалению, маленьких не было. Но я взяла сими на будущее. И вот детские носки 3 размеров, начиная от маленьких и побольше. И за вот это все, 2 взрослых, 4 маленьких и варежки, я отдала 650 рублей, по-моему. То есть на канадские деньги это $13. За $13 в Канаде я могу купить моток ниток. В лучшем случае 100 грамм, да, натуральной шерсти. Поэтому я считаю, это прям вообще копейки-копейки. И носки я вязать не люблю, несмотря на то, что у меня есть мое единственное описание по вязанию именно носков. Но вязать сама я их не люблю. И уж тем более, ну, в общем, считаю это идеальное вложение денег. Потом я там же на ярмарке приобрела вот такой глиняный кувшин. Он весит очень много, наверное, 1,5 кг. Но мне просто очень хотелось иметь в доме такой кувшин. Я думаю, что я буду в нем цветы собирать летом, полевые, ставить на стол. Вот. У меня у бабушки, кстати, много таких кувшинов. Я бы могла у нее взять, забыла сфотографировать, когда была в деревне. Но просто мне понравилось, как он выглядит очень. И стоил он, по-моему, 1100. Несмотря на то, что я сама занималась гончарной лепкой, но я не крутила на круге. Я делала только руками, поэтому мне он очень понравился, приобрела. Дальше, опять же, на этой же ярмарке приобрела вот такого зайца для Симы. Она даже не просила, у меня в основном ребенок, когда мы ходим по магазинам, она крайне редко что-то просит, это вот бывает просто раз в год, опять она ничего не просила. У меня игрушки были там очень красивые, и купила зайца, стоил 600 рублей. У нас от этого же мастера есть еще медведь. Покупала моя сестра нам подарок. Присылала, может быть, год назад. И когда видела эту палатку, узнала сразу эти игрушки. Очень классные, мне кажется. И раз уж давайте дальше на ярмарке закончим, я взяла вот такие прихватки в виде матрешек.
Ну, как сказать, прихватки, конечно, не все любят, да, я такое дело. Но они были недорогие, по-моему, по 250 рублей, и я взяла их на подарки для канадцев, потому что у меня есть подруга японка, она мне заказала матрешку. Вот, к слову, о матрешках. Вот такая матрешка за 250 рублей, тут их 5 штук внутри. И вот я подумала, что в пару к ней, она специально просила матрешку, я ей подарю еще и прихватки. Вот так вот. Ну и второй набор тоже кому-нибудь подарю. Так, что касается ярмарки, по-моему, мы закончили. Я не люблю накупать всякий хлам, то есть я беру всегда то, что мне точно нужно. Пусть это будет что-то подороже, но оно мне точно будет нужно. Далее, давайте посмотрим, что я везла из трав. К сожалению, мало трав я привезла. Придется мне в Канаде напрягаться и собирать что-то на зиму. Из трав я привезла очень много нашего иван-чая. Это вот один пакетик, у меня таких много. А как его заготавливать, о всех его бенефитах, противопоказаниях, употреблениях и так далее, я писала подробно в Инстаграме. Там, по-моему, 6 постов. И хэштег оставлю на экране, по которому можно почитать эти посты. Также есть видеоинструкция с текстовым сопровождением в посте о том, как иван-чай правильно заготавливать. Много вариаций есть на эту тему, даже если вы будете смотреть ролики на YouTube. Каждый делает это по-разному. Я там даю как раз несколько вариантов, упоминаю. Вы можете выбрать, какой вам по душе. А уж если вам совсем хочется заморочиться, можно попробовать разные способы и выбрать свой, потому что каждый способ дает разный вкус, разный оттенок, разную интенсивность заварки. У меня вот, например, здесь два варианта. Один вариант. Вообще в пакетах таких чай нельзя хранить. Нужно желательно либо в стекле, либо в тканевых мешочках, просто для перевозки. Вот я использовала такие мешки. У меня тут его много, в том числе вот такой мешок. Я думаю, что нам хватит на зиму. Что самое интересное, что у меня есть покупной иван-чай, и он близко не так пахнет, как домашний. Домашний пахнет прям фруктами. Очень ярко, на всю комнату практически он начинает пахнуть, если вот оставить вот эти мешочки открытыми. А покупной пахнет, ну, я бы сказала, может быть, даже как черный чай. Потом у меня есть маленький мешочек, вот такой вот. Простите за неприглядный вид, но раз я как разбираю, все показываю. Это сушеные цветки бузины. О бенефитах тоже писала в Инстаграме. Чем бузина полезна? Это она имеет антивирусные свойства, то есть не дает вирусу в крови размножаться. Как только вы чувствуете признаки простуды, можно пить чай из цветков бузины, обязательно черной бузины, или приготовить сироп из черной бузины. Я тоже всегда готовлю много, разливаю в маленькие стеклянные пузыречки, ставлю в холодильник, и мы его всю зиму пьем. В принципе, он у нас и продается, но достаточно дорого покупать. То есть 100 миллилитров стоит где-то 25 долларов. Это, то есть, больше 1000 рублей за пузырек, который быстро кончается. Но она реально помогает. И чай, кстати, очень вкусный. Его можно просто заварить как чай. И он, ну, вкусный травяной чай просто получается. Кстати, вот это вот получилось у меня с целой корзинки цветов. Я все плодоножки убирала, оставляла одни маленькие цветки. Когда высохло, вот все, что получилось. Здесь у меня ягоды ирги. Тоже буду заваривать из нее чай. Сладкий, хороший, вкусный получается. Забыла взять у тети саму сушеную бузину. Тоже она мне предлагала, и я ее забыла. Придется мне где-то здесь, опять же, в Канаде искать. Следующий пункт. Делала заказ на Aromazon. Кто интересуется эфирными маслами натуральности, наверное, знает, что это французский сайт с качественными ингредиентами косметическими. В том числе у них есть рецепты. Кто хочет самостоятельно изготавливать крема, советую этот сайт посмотреть. Заказывала я через русского посредника. Вы знаете, наверное, я это делала, потому что у меня уже были обменены деньги в рублях, и я собиралась их тратить. На самом деле получилось глупо, признаюсь. Я не подумала о том, что мы не члены Евросоюза, и в конце, когда вы сайт добавляете все в корзину, и сайт видит, что вы из России, он делает пересчет
И отнимается достаточно круглая сумма. Мне, по-моему, писали потом, что это в районе 20% скидки получается, то есть без налога, да, вы платите. Я же об этом не подумала, заказала через сайт посредника, потому что посмотрела, что цены одинаковые, но, соответственно, никакой скидки не получила. Видимо, так этот посредник работает. Ну, будем на следующий раз знать. И покажу вам немножечко сейчас, какие же я масла и что вообще отсюда заказала. Вот то, что я заказала. Давайте немножко расскажу. Заказывала в маленьких вариантах, потому что в основном, как вы знаете, я закрыла свой бизнес. Ну, как закрыла? Официально закрыла, но все равно для себя, родственников и каких-то иногда постоянных клиентов я что-то делаю, поэтому эти масла мне нужны. У меня на самом деле есть уже коллекция масел, и я вот ее просто обновляю, пополняю, потому что постоянно что-то заканчивается. Конечно же, основные масла – это лаванда. Она, наверное, везде присутствует, и одно из моих самых любимых масел, универсальных, и для расслабления, и для регенерации кожи, и вообще для чего ее только не использую. Наверное, это мое любимое масло. Чайное дерево аналогично. Не могу сказать, что я балдею от запаха, но его применение просто универсально. Это я себе просто взяла такую масленичную сыворотку, хотя у меня дома полно подобных драгоценных масел. Ну вот захотелось мне с гелихризиум настойка. Это тоник и антивозрастной. Там, конечно, в составе еще разные масла и разные экстракты, но я не помню, что там, и не буду лазить. Кому интересно, можете посмотреть на русской версии сайта, есть полное описание. И мне очень понравилось, кстати, она пахнет такой горькой травой, прям супер. Вот это эфирное масло душицы, еще ни разу его не применяла, но планирую применять его в качестве простудной профилактики, то есть в аромалампу, что-то такое. Лимонграсс. Это тоже имеет он антипаразитное, заживляющее, антимикробное свойство. У меня много дома на самом деле этого эфира, но вот это органическое планирую использовать именно в каких-то кремах для лица, то есть более такой, когда нужно именно терапевтический эффект. То же самое иланг-иланг планирую использовать в средствах терапевтических для ногтей и волос, потому что для мыла подойдет более что-то простое. Не обязательно покупать органическое. То же самое лимон. Идеально для ногтей и волос. Ну и не только. Оно и поднимает настроение, придает сил. Для аромаламп, эвкалиптус. Эвкалипт тоже для простуды. Вообще для регенерации тоже. И его боятся клещи. У нас тут повышенный сезон клещей, их что-то много наплодилось. И планирую просто в спрей натуральный от комаров добавить эвкалипт, чтобы они к нам не лезли. Сосна. То же самое, просто еще использую его для капель для нос, для носа. Поэтому все ингредиенты, которые идут в каплю для нос, я приобрела вот в таком варианте с Аромазона, потому что уверена в их качестве. Здесь у меня увлажняющий комплекс, это для кремов для лица. Здесь у меня комплекс от морщин для кремов для глаз. Коллаген, я думаю, это тоже будет какая-то в сыворотку. И для кремов анти-эйдж. Герань. Герань хорошо для сухой кожи, от головных болей, для борьбы с кожными грибками. У нее тоже очень много применений. И здесь у меня это как раз таки вот она душица, наверное, да? Или это мята какая-то? Уже не помню. Тут по-французски написано, сложно разобрать. В общем, вот такой у меня улов. Еще заказала себе, правда, 5 одноразовых масок для лица. Альдегидных называется, по-моему, да? С водорослями. Ну, в общем, захотелось просто. Забыла предупредить, да, что я подстригла волосы. Кто не видел это в Инстаграме, не падайте в обморок, писал тоже пост, что не надо переживать, ни рука, ни нога, ни зубы, все отрастет. Я очень просто к этому отношусь и не считаю, что длинные волосы это круто, а короткие это что-то ущербное. Просто мне сейчас так удобно, я устала от этой длины, которую надо и мыть,
тяжело, и ты не можешь просто встать, завязать себе гулечку и пошел, потому что всю эту длину надо прочесать, с ней надо что-то там сделать, и в итоге получалось, что я хожу с косой все время, потому что мне даже хвост мешал, потому что он весь путался там. И плюс еще, знаете, длинные распущенные тоже не поносишь. Во-первых, они мешаются, во-вторых, они, конечно же, будут терять свое качество от того, что они постоянно трепятся. Поэтому для меня было неприемлемо их постоянно носить там в распущенном виде. В итоге сейчас я так себя чувствую свободно, я так довольна, так здорово. И нет, я не отрезала длину, потому что она испортилась. У меня по всей длине был волос, вот видите, блестит сейчас. Я их просто помыла вчера утром и ничего не делала. Они высохли у меня на воздухе. Даже феном сейчас не надо сушить, потому что такая длина хорошо высыхает. Я очень рада. Их быстро завязала, убрала. Даже ничего можно не делать, и они не мешают. В связи с этим расскажу, что я сделала закупку заколок в Леди. Достаточно на круглую сумму, по-моему, на 2500 рублей, потому что у нас я не нашла заколок, которые выглядели бы и одновременно и хорошо, и были качественными. Может быть, они где-то есть, но мне как-то не попадалось то, что мне хотелось. То есть я купила несколько крабиков, набор этих шпилек хороших, которые мне нравятся, небольшие. Потом покупала это. Я вот это вот понимаю, что это где-нибудь на Алиэкспресс можно было бы за копейки купить. Там не вышло, это достаточно дорого, почти 600 рублей. Но я покупала это для фотосессии, поэтому мне надо было примерить, посмотреть и на месте все это как бы решить. Некогда было заказывать с Алиэкспресса. И крабиков купила там разных тоже. Я их уже даже убрала, просто вам рассказываю, что я покупала. Далее, давайте перейдем, наверное... Нет, сначала пройдемся по мелочевке. Следующий. Будете смеяться, но это целый мешок семян укропа. Ну, для готовки можно использовать, например, квашу, капусту, но его хорошо, когда у детей колики, давать эту укропную водичку. Магазинная водичка продается, но там такой состав, там полисорбат доходится, да, например, даже он часто используется в кулинарии, к сожалению. Я, например, долго думала, могу ли я использовать в косметике, потому что очень многие косметические средства содержат полисорбат. И для себя решила, что только в смываемых средствах для меня это приемлемо. Почему? Потому что он относится к условно-токсичным веществам, и на человеке он не производились эксперименты, но эксперименты на животных показывают, что он может и рак вызывать, и даже на репродуктивные функции влияет. Хотя он очень широко используется в промышленной кулинарии. Если вы посмотрите состав продуктов, вы в очень многих вещах найдете полисорбат, в том числе для младенцев, и в том числе в укропной водичке, которая продается в аптеке. Поэтому мне проще вот укроп, настоящие семена заваривать и не переживать по этому поводу. Потом я купила бальзам из 50 трав. Это укрепляющий иммунитет. Покупала в монастыре. И собираюсь осенью Мише дать его пропить, просто для поднятия иммунитета. Мне сейчас нельзя. Тоже, наверное, многие знают, что мы ждем малыша сейчас, да? И мне, конечно же, таким 50 трав употреблять никак нельзя. Купила в монастыре мумиё. Не знаю вообще, зачем оно мне надо. Мне его пока тётя принесла, такая, тебе не надо. Я думаю, ну вдруг надо. Вообще мумиё используют для издивеевых, живицы, прополисом и травами. Написано для суставов и кожных болезней. Я знаю, им сводят растяжки. Как бы с Симой у меня растяжек не было. И вообще генетически не предрасположена к растяжкам. Ну, кто знает, вдруг появится. Поэтому, я думаю, пока попалась, надо взять. Потому что где я буду в Канаде, его искать. Может быть, оно и есть, но я не знаю, где искать. Еще из пряжных приобретений. У меня только одно приобретение. Это очень классная пряжа от Рова. Называется Камела. И в составе верблюд, меринос и нейлон. Верблюда здесь 18%, меринос 68%, остальное нейлон.
Очень красивый винный оттенок. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. И ко мне эта посылочка приехала из магазина Woolrite. Спасибо большое, Марина. Опять той же пряжи. Вот такой журнал от Rowan пришел. Честно скажу, даже и не смотрела еще толком, потому что забрала посылку прям практически за день до отъезда. Было не до этого. Обязательно просмотрю. Пряжа шнурковая, мягчайшая. У меня здесь 250 грамм, но у нее метраж большой. И она очень объемная. То есть эта вещь вяжется на больших спицах. Ну как для такой пряжи? 3,5, по-моему, четверка. Даже, честно говоря, не представляю. Для меня на вид она тонкая. Но, судя по всему, метраж хороший. Как бы на детскую вещь уж точно хватит. А может быть и даже на большую какую-то вещь. Цвет шикарный просто. Поэтому я очень рада. Кстати, этот магазин Woolrite, присмотритесь к нему, особенно если вы живете в Европе. У Марины в магазине, это аутлет, по-моему, не можно считать. Она делает пряжу, достает очень классных составов, красивых цветов и фирм по скидочным ценам. То есть я так думаю, то есть это либо было перепроизводство, либо это марки, которые снялись с производства. Я не знаю, как это работает, но она продает там до 80% скидка. То есть нужно покупать упаковкой, но цена очень приятная. Там что-то типа, например, вот эта упаковка, я точно не помню, около 20 евро всего лишь стоила. Ну вот, вы знаете, что Rowan — это дорогая люксовая пряжа, и она стоит намного дороже на самом деле. Мы с магазином немножко сотрудничаем, и Марина продает наше мыло кокосовое Dilfil. Поэтому, если вы в Европе, у нее можно в личке спросить, потому что я не знаю, есть ли оно у нее на сайте, но оно точно есть у нее в наличии, наше мыло. Еще покажу одно средство, которое мне посоветовали в Инстаграме. Называется бальзам Caravaggio Vitaon. И это тоже бальзам, который состоит из настойки. Тут что ли 30 трав, я не помню, очень-очень много. И оно идет как бальзам для заживления ран, но также можно использовать его противовирусный, антибактериальный, можно внутри носа смазывать, и оно будет помогать выздороветь или не заболеть. Вот стоит он недорого, 200 с чем-то рублей, приобрела себе пузыречек, будем пользоваться в качестве профилактики зимой. Еще классный подарок у меня был от тети. Это такой отрез итальянской ткани. Она уже не помнит, что это за ткань, но это очень качественная ткань. Я вижу, что в ней есть шелк, она блестит именно шелком. И это именно Италия. Большой отрез. Я думаю, что я буду себе шить какое-то красивое струящееся платье. Мне кажется, мне очень красиво в таком цвете. И даже идет молния. Тут в наборе. Кстати, хотела вам еще рассказать. Наверное, большинство знает, что существуют дезодоранты для ног. Вот у меня вот такой дезодорант. Он есть точно на Архиопе, натуральный, с чайным деревом. Можно было сделать самой, но я спешила. И очень классная штука. Например, когда я в дороге лишу сутки, ноги в кроссовках. Такая вещь незаменима. Ну и у кого там ноги потеют, мне кажется, очень поможет вам. Последняя из вещей, потом мы переходим к большому блоку книг. Я была на фестивале книжном, на ярмарочном, и там хорошо так закупилась. Это пижама из трех частей, штаны, рубашка и шорты в H&M на распродаже. Конечно, смешно, да, из H&M везти из Воронежа, но это был подарок моей тете. Это вискоза. На нее была хорошая скидка, классная пижама. Вот единственное, что из вещей я привезла. Хотя нет, я обманываю. Мне еще подарила тетя та же самая, что вот эту пижаму и ткань подарила. Она мне подарила шелковое итальянское платье. Очень красивое. Сейчас вам тоже покажу. Вы видите мой шкаф? Ну ладно. Очень красивый изумрудный цвет. Я прям балдею. Оно большое, ничего не сказать. Длинная в пол, струящаяся. На рукавах пайетки. Но
именно в моем положении оно будет идеально. Ну и потом, я люблю вещи оверсайз, оно с поясом. Я думаю, будет очень круто. И цвет мне тоже очень идет. Такая красота. Еще хочу вам показать некоторые вещи, которые я приобрела в монастыре. Есть такая ювелирная мастерская, называется София православная. У них очень красивые иконы, изделия. Вот, знаете, все со вкусом и настолько красивый, ну вот именно в качестве как искусство, да, сделано. Не просто православная атрибутика, а именно ну, со вкусом все сделано. У них я приобрела несколько изделий, опять же, в нашем монастыре в Акатовском, потому что у них там подешевле, чем даже, например, у самой Софии на сайте. И так как мой муж не смотрит мои видео, покажу, какой я ему приобрела подарок. Вот такой красоты кулончик. Это Архангел Михаил. А на другой стороне Пресвятая Богородица. Это позолота и серебро. Потом я приобрела вот такую серебряную подвеску. Это Святая Мученица София. Это для моей крестницы, которая живет в Канаде. Сзади вот такой крестик. К слову, вот этот кулончик стоит всего лишь 2500. На сайте Софии он стоит, по-моему, 3500. Себя я тоже не обделила. Приобрела такой кусочек кулончик Марии Магдалины. Тоже с позолотой серебром. И стоил он до 1900, по-моему, рублей. Посмотрите, какая прелесть. Это подвеска ладанка. Она открывается. Внизу тут вот еще такой камушек. Стоило всего лишь 440 рублей. У них на сайте намного дороже. Внутрь кладется, можно положить освященный ладан, можно положить какой-то песок, например, с могилы, с мощей. Ну, в общем, какие-то святыни, которые можно носить на себе. И вот это тоже ладанки, они открываются. Внутрь также можно класть какую-то святыню. Стоит всего 160 рублей, это серебро. У нас в Акатомском монастыре просто... Они делают очень маленькие наценки. Очень классная штука. Я таких много купила на подарки. Вот это прикол. Это Мишин коллега попросил привезти ему шапку-ушанку. В итоге я говорю, где я буду летом искать эти сувенирные ушанки? Давайте заказьте нормальную. Заказали с Wildberry. Это кожа, натуральная шерсть. Скидка она стоила с доставкой почти 5000. Так она стоила под 7 с доставкой. Решили, что в следующий раз Мише такую закажем, потому что она очень теплая, непродуваемая, полностью натуральная, отшита в России. Так, давайте перейдем к большому отсеку книжному. Все это было практически, все не все, конечно же, приобретено на ярмарке, на фестивале. Чем он был примечателен? То, что разные издательства имели свои палатки, привезли самые лучшие книги. Они продавались несколько дешевле, чем... в магазинах, плюс продавцы полностью знали весь ассортимент, и я так подозреваю, что они читали все книги для себя. Очень мало книг я купила, но они есть. В основном это книги для Симы. Давайте приступим. Вот такая книга. «Иконы газонокосилка». Автор Филипп Мамалакис, «Принципы воспитания». И это богослов, который написал книгу о воспитании. То есть это... православный человек, он получил степень магистра богословия греческой православной богословской семинарии в Бостоне, докторскую степень по детскому развитию психологии семейной жизни в университете Пердью. Интересное название. И он проживает в Америке, преподает в семинарии. И, ну, в общем, много у него тут регалий. И для родителей у него семинары, 21 год он их ведет. И я подумала, что будет интересно почитать на тему воспитания. Еще одна умная книжка для себя. Называется «ГАПС. Синдром сочетания кишечной патологии и психических нарушений. Лечение природными средствами аутизма, дисплаксии, дислексии, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, без нее депрессии и шизофрении». Ну, в общем, это просто книга по совету вот, из издателей. И
якобы она вообще очень крутая, люди по ней вылечили у детей аутизм. Я в это верю, потому что таблетками, ну, конечно, что-то нужно лечить, есть случаи, но все-таки это больше по части психологии, отношений в семье, там, и так далее, питание. Так... Тут, кстати, очень много посвящено именно питанию. И да, питание тоже очень сильно на нас влияет. Поэтому, не знаю, не читала, что здесь. Если кому-то интересно, вот название, вот автор. Я когда прочитаю, где-нибудь расскажу вам. По идее, крутая штука. Следующая для себя. Это лечебные травы, это справочник. Что мне понравилось, то, что здесь... Растения, здесь краткая информация, картина, описание, они разбиты по цвету цветов. Обычно сложно найти, да, по картинке, что это за цветок, а то вы видите, каким цветом он цветет, и открываете конкретно этот раздел. Вот, поэтому, мне кажется, очень хорошая книга, да, кому вот интересно, можете на экране посмотреть. Я заказывала в Лабиринте. Ну, кстати, в Лабиринте я заказывала следующую книгу, и потом я нашла ее просто в магазине в Воронеже дешевле, чем я ее купила в Лабиринте. Вот эту книгу по совету одного из в Инстаграме покупала. «Алхимия трав, специи, травы на вашей кухне от приправ до лекарств» Розали де ла Форте. Толстая книга в твердом переплете с глянцевыми страницами. Красивая иллюстрация, красиво она написана, и пока я ее так только выборочно читала, тут много рецептов и для готовки, и для лечения по травам. Вот. Мне кажется, тоже такая интересная книжка, даже для общего развития. В общем, будем изучать и читать. Это, наверное... Как бы практически все, что я для себя купила. Ну нет, есть еще, наверное, одна книжечка. Вот такая вот. Называется «Среди цветов». И это рассказы старого садовника. Это книги, на самом деле, много, 115 лет уже. Она написана французом, адаптирована русской писательницей под рассказы от природе, точнее, о цветах Крыма, растительности Крыма. Но мне понравилось именно издание. Иллюстрация, то есть она написана в художественном стиле, представляет собой, как будто здесь лежит маленькая книга, и на каждой страничке разбросаны вот такие какие-то открытки, какие-то вырезки газетные, и эти вырезки собой представляют картины великих художников, какие-то ботанические иллюстрации, все подписано. То есть таким образом вы не только изучаете, например, флору Крыма в художественном варианте, но еще и изучайте картины. Конечно, для детей это на возраст постарше, но мне кажется, это очень красивое издание и полезное. Стоила эта книга около 1000 рублей. А изначально она, по-моему, 1300 стоила, вот со скидкой. Или 1100 даже, что ли. В общем, это «Белый город» издательство. Так, кстати, в этой серии у них есть еще про русский лес, еще про что-то, но, в общем, я не стала уже набирать, не дешевая книжка, и вести все это надо как-то. Остальные книги были для Симы, но я старалась выбирать, чтобы они были как-то полезнее. Вот, например, довольно дорогая книга, по-моему, 550 рублей она мне обошлась, называется «Кати и Мона Лиза. Приключения девочки, которая пришла в музей». И общалась с картинами. Действие происходит в музее, путешествие по разным картинам. Таким образом, ребенок будет знакомиться с творчеством великих художников. Иллюстрации красивые, глянцевые страницы. Так, давайте я вам, наверное, буду показывать вот именно какие-то книги, которые мне чем-то запомнились. Вот это все из монастыря. Это рассказы на православную тему. Тоже брала, кстати, вот двух экземпляров некоторых книг, просто на подарки детям, потому что много разных детей. Тоже куча вот таких рассказов именно православной тематики, пасхальные сказки. Мне кажется, классно будет с ребенком изучить. Это брала для своей крестницы «Хлеб небесный. Детям о таинстве причастия».
большая книга в твердом переплете с глянцевыми страницами, с иллюстрациями, тоже на православную тематику, такая вот обучающая книга. Ну, конечно же, не могла пройти сказок про ботанику. «Лесная аптека. Сказочная энциклопедия лекарственных растений». Тамара Крюкова, издательство «Аквилегия». Кому-то интересно. Это сказки про лекарственные растения. Вот, например, пастушья сумка. Я тут... Так, от 4 лет. Про крапиву, малину, одуванчик, зайчик капусты, вербу, подорожник, календулу и ноготки. Вот, ну, как бы, да. Я вообще себя с трудом держала, чтобы не накупить книг чисто по ботанике и растениям. Прям несколько штук я уже собиралась купить, но потом думаю, нет, надо, наверное, как-то немножко разные тематики брать. Купила 2 вот таких книги. Вторую не буду искать. На тематику из серии «Еня и Еля» Анны Гончаровой. Это «Волшебная экология». Это поучительные сказки. Это о приключениях 2 енотиков. И они как бы рассказывают, вот это, например, об экологии, да, как там не надо мусорить, надо там экономить воду, защищать лес и все в этом духе. Эти книжки были там по 350 рублей с красивыми иллюстрациями. Меня, например, Сима сейчас с удовольствием слушает, мы уже начали читать. Ей интересно, да, вот 2,5 года она вот такие тексты уже слушает хорошо, ей нравится. Далее, ну это просто книга, наверное, вы знаете, это «Найди там», да, что-то, куча деталей, и вот нужно что-то просто рассматривать, смотреть. Я как-то ее схватила, не обратила внимания, что она больше для мальчиков, тут про стройку, про машины, но Сима, в принципе, тоже с удовольствием смотрит, так что... Пригодится, я думаю, такая книжка. Прикупила много разных раскрасок ей. «Азбука вежливости». Это тоже рассказы, сказки про воспитание, про этикет, чтобы детям приучать правильные понятия о поведении. Ну, как я сказала, я думала, на ее возраст там были, знаете, книги, где очень... В основном на страницах картинки и тексты буквально по 3 строчки. То есть, ну, для Симы это скучно. Мы эту книжку прочитаем за 5 минут, и что дальше? Ну, я купила еще, знаете, раскраски. Почему? Потому что зачастую здесь, в Канаде, раскраски про супергероев и мультики современности. То есть, Человек-паук... какие-то зомби и все такое прочее. А вот именно такое детское как-то очень трудно найти. Поэтому я и купила раскраски там «Три кота», «Винни-Пух», вот такие вот, чтобы были добрые. Ну и куча таких легеньких книжек, типа там «Цветик», «Семицветик». То есть, чтобы было здесь и текста как бы не так много, да, и иллюстрации есть. Вот как раз вот такой формат ей сейчас идеально. То есть она уже и слушает с удовольствием, и в то же время картинки ей тоже нужны. Совсем без картинок она не может. Тут у нас много подарков, не буду вам показывать. Такие небольшие книжечки с иллюстрациями, со стихами. И еще покупала для занятия. Кстати, еще одна книжка про Еню и Елю. Тоже. Кстати, мне понравились, вот посмотрите, поучительные они такие книжки. Ну и просто рассказы для детей. Это уже не на ярмарке, это уже просто покупала. И куча всяких там. Вот честно, сама до сих пор не знаю, стоило ли все это приобретать. Это карточки, творческое мышление, потому что с этим нужно... Оно не просто должно лежать на полке, но еще и заниматься надо. Годовой курс занятий на 3-4 года. Всякие аппликации. И вот, кстати, мне понравились вот эти карточки. Здесь, знаете, на одной странице какое-то животное или растение, на другой странице задание. То есть... Вы разговариваете с ребенком, задаете ему вопросы, он должен там сортировать, просто описывать что-то. Что, мне кажется, очень хорошо на речь, на мышление, на развитие такое. Так, в принципе, это практически все. Последнее – это диски. Да, наверное, диски уже с
странная покупка. Сейчас все есть в интернете, но мне зачастую просто некогда сидеть там, закачивать, разбираться, искать. А у нас в машине, на которой мы с Симой ездим, до сих пор есть дисковод. И здесь детские сказки, классическая и православные песнопения. И классическая музыка. Сима у нас любит классическую музыку. Ну и куча детских сказок. Вот, в принципе, я надеюсь, я ничего не забыла. Все вам показала по горячим следам. Да, вот я сейчас смотрю эту кучу всего, что у меня здесь лежит. И надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока!